Всем привет! Меня зовут Соломия Богдановна. Сегодня я буду учить мою Лялю. Вот это да! Сегодня я буду учить. Я живу в мультике. Ух ты! Итак, приступим. Ребята, какой у вас любимый мультик? Я хочу ответить. Ответь. Мой любимый мультик — Щенячий патруль. Скажите, пожалуйста, а где живет Щенячий патруль? Щенячий патруль живет в Канаде. Вот. И я знаю всех. Я всех собак знаю. Там шесть собак. Маршал, Гонщик, Крепыш, Рокки, Скай. Я знаю, еще в Щенячьем патруле есть Зума. Я очень люблю Зуму. А кто тебе больше всех нравится? Я очень-очень люблю Щенячий патруль. А знаете, же спешать? Россия. Что, правда? Фиксики живут в России. Россия больше, чем Германия, чем все страны. Огромная, чем все страны. Где Россия? Мы не знаем где. Я хочу пойти в Россию. Вот это да! Я очень сильно люблю фиксики. Я с ними встречусь в России. Ребята, а вы любите мультик Шериф Кэрри? Шериф Кэрри живет в Америке. Я хочу поехать в Америку. Ребята, поедете со мной? Это Африка, она большая. Ух ты! Мишенька и Данелька. Данельке 2 месяца. Класс! В Африке живут разные звери. Обезьяны, бегемоты и слоны. Это Мадагаскар. Он маленький, вместе с Африкой. А вот это Индия. А кто живет в Индии? Обезьяны. Привет! Обезьяны, ваши цитаты! Ух ты! А я смотрела мультик про Маугли. Маугли живет в Индии. Скажите, пожалуйста. Америка, Европа, Россия. А что такое Европа? Вот это все Европа. Скажите, пожалуйста. А где живет моя любимая свинка Пеппа? В Англии. Я обязательно поеду к свинке Пеппе в Англию. Я очень сильно хочу встретиться со свинкой Пеппой и с Джорджем. Скажите, а где живет Дельфина, подружка свинки Пеппы? Она живет в Франции? Где это Франция? Франция близко. Пеппы. Видите? Вот это да! А кто живет в Китае? Это Китай, тоже Панда Кунг-Фу. А вот это Япония, тут живут Хеллоу Китти. Ура, ура! Я очень сильно люблю Хеллоу Китти. Они живут в Японии. Теперь я знаю. Это Австралия, тут живут кенгуру. Это Антарктида. Это Антарктида. Это Антарктида, тут живут пингвины. Ух ты! Я люблю кататься на санках. Поеду в Антарктиду. Вау, какая!
это все интересно. Я хочу по всему миру поехать. Поехал в Америку, в Россию, в Китай. Везде походила, и мама посетила. Все, пока, подписываемся на наш канал. Мы поехали в Африку.